Меня зовут Иван, я занимаюсь климатической отопительной техникой, то есть в строительстве в целом понимаю. Строй БФ я нашел в интернете, непосредственно в группе ВКонтакте. Обратился я, значит, к администратору группы ВКонтакте компании Строй БФ. Со мной, ну, сразу же связались, обговорили встречу, у нас в следующий день встретились, обсудили смету. Стоимость работ, стоимость материалов. Что мне понравилось, они пошли навстречу. Я закупал материалы сам, так как знал некоторые базы строительные, где можно некоторые материалы оптом купить. А некоторые материалы делали друзья, товарищи, то есть там окна или что-то еще. То есть, где не успевал подвозить материал, они на своей машине организовывали доставку, то есть или вкладывали свой материал, на что не экономил, ну, точнее, наоборот, экономилось время и мое, и их. Решающим фактором стал именно то, что эта фирма Чебоксарская никуда не денется, они дорожат своим именем. И я сравнивал с теми бригадами, которые приходили, то есть частники, да, которые дядя Вася с улицы. Судя по их словам, они могли завтра уехать в Москву, и я бы их никогда не нашел. И в данном моменте как бы руководители компании «Стройбф» полностью руководили своими сотрудниками, и выйдет кто-то из них или не выйдет, это не моя головная боль. И это было самым, как бы, таким критерием решающим. Я не пожалел. Те, кто считает, что если самостоятельно можно построить и сэкономить на этом, то я считаю, что они тратят больше. Так как они тратят время и ошибаются. Я же выбирал, ну, сравнивая цены, как бы заметил, что цена не самая из дешевых, но не самых дорогих, ценник средний, но я не жалею ни одного потраченного рубля, потому что я купил знания этих ребят, ошибки, которые бы я совершил, строя самостоятельно там со своими родственниками, тратя выходные, тратя время, которое я могу свои знания продать и получить за это денежные средства. В данном случае я только выиграл. Иногда даже я не успевал, скажем так, за темпом строителей. Они меня подгоняли, то есть работают на ура, и причем профессиональные качества. Компанию «Строй БФ» я рекомендую. Это настоящие строители банного дела. Ребята идут на диалог, всегда понимают, если есть какие-то нюансы, скажем так, не то чтобы недочеты, нюансы, они идут навстречу и быстро исправляют и подсказывают, направляют. То есть это настоящие профессионалы банного дела. Рекомендую, ребята, я это проверил на своем опыте, увидите фотографии, видео, походите, посравнивайте, но вы потеряете время. Если вам время дорого ваше, то экономьте это время со «Строй БФ».